подготовить себе достойную смену. Со временем к власти должна прийти молодежь с новыми перспективными идеями. Но как и кому ее готовить к политическому поприщу? Таким вопросом задались в Совете Альметьевского района и решили создать муниципальную общественную молодежную палату. Вливание молодежи в политические течения, оно гарантирует государству развитие. На сегодняшний день у нас в рядах палаты 32 человека, члены палаты. В состав палаты вошли молодые люди до 30 лет. Среди них школьники, студенты и работающая молодежь. Из городской думы и студенческого совета, молодежных комитетов, предприятий и учреждений. Не остались в стороне и активисты сельских поселений. Объединить молодежь города и села – сегодня первостепенная задача новой структуры. То, что все предприятия города и организации города сейчас объединились в одну структуру, в один единственный совет. Теперь нам будет легче организовать мероприятия. Вместе вносить рассмотрение в исполком, какие-то свои предложения. Общественная палата должна приблизить руководство района к молодежи. Это позволит лучше узнать, чем живут студенты, молодые специалисты и рабочие, какие у них есть проблемы, которые они хотели бы решить, и цели, к которым они стремятся. Например, сейчас им предстоит большая работа по подготовке к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Это очень хорошо и здорово, что в нашем районе создается такая мощная структура, которая позволит, во-первых, руководству города и района развернуться лицом к молодежи, еще ближе приблизиться к проблемам молодежи. Создание молодежной палаты назревало уже давно. Первые идеи и предложения поступили еще в 2012 году. Из многих районов Татарстана, в том числе и Альметьевска. Одним из первых, кто услышал глас молодежи, стал председатель Государственного совета республики Фарид Мухаметшин. Ольга Степанова, Николай Быков, Альметьевск ТВ.